среду в областной станции по переливанию крови состоялся День донора для молодежи. Проходит он в рамках проекта «Молодая кровь», который пропагандирует донорство среди ивановцев от 18 до 30 лет. Рано утром парни и девушки пришли в медучреждение, чтобы поделиться своей кровью с теми, кому она жизненно необходима. Оповещали ребят организаторы мероприятия в основном через социальные сети. Благодаря этому к привычному потоку доноров добавилось еще 20 человек. Молодежный день донора проходит ежемесячно. В мае студентов чуть меньше обычного. В университетах начинаются сессии, поэтому уговорить потенциальных доноров непросто. Впрочем, желающих достаточно. Даже скопилась небольшая очередь. Это очень неописуемое ощущение, если ты действительно осознаешь, что твоя кровь действительно кому-то помогает и действительно спасает жизни, а не просто что-то пришел, сдал кровь и шел. Вот именно осознание всего этого процесса, куда это дальше пойдет. Ребята, приходится убеждать. Я не хочу сказать, что все так бегут, конечно, сдавать кровь. Очень много страхов, каких-то просто отговорок. Приходится убеждать, как-то уговаривать. Так что работаем над этим.